Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами домашним советом, как быстро, чисто и без разводов помыть окно. Нам потребуется любое ведро, две тряпочки. Одной мы будем мыть, второй мы будем вытирать насухо. Для чернового мытья рекомендую воду добавить мистер Пропер. Стекла мы будем начисто мыть жидкостью для стекол с аммиаком. Всяческие черные точки, полоски на пластиковом подоконнике будем оттирать Кометом. Нашатырный спирт или аммиак в составе жидкости для мытья окон очень эффективно удаляет разводы со стекол. Наденьте на руки перчатки для защиты ваших рук. Окно изрядно грязное. Москитная сетка тоже. Сейчас мы это все помоем. Наливаем пол ведра теплой воды. И добавляем в воду два колпачка мистера Пропера. Водой с мистером Пропером начинаем мыть раму, стекла и подоконник. Раму, стекло, подоконник с двух сторон влажной тряпкой моем водой с пропером. Москитную сетку снимаем с окна, ставим на пол и вытираем с двух сторон водой с пропером. Окно с двух сторон мы помыли водой с пропером. Вода грязная очень. Пропер очень хорошо отмывает. Любые темные полоски на подоконнике очень легко оттереть Кометом, не прикладывая усилий. Остатки Комета с подоконника вытираем тряпкой. Вода очень грязная, ее уливаем в унитаз. Чтобы легко убрать следы жизнедеятельности птиц с наших подоконников, я положила одноразовую салфетку, которую предварительно намочила в воде с пропером. Теперь аккуратно все вытираю. Далее Комет насыпаем на подоконник вот такой мочалочкой. Сильно не надавливая, проходим, убираются все оставшиеся следы от птиц, и наш подоконник дезинфицируется. Грязную воду из ведра вылили, ведро помыли и набрали пол ведра чистой теплой воды. Теперь добавим один колпачок пропера и протрем рамы и стекла начисто. Окно, подоконник мы протерли чистой водой с пропером. И теперь мистером мускулом для стекол и сухой тряпочкой будем начисто протирать стекла.
разбрызгиваем и вытираем насухо с двух сторон. Окно помыто, чисто, подоконник беленький, стекла без разводов. Окно мы помыли водой с пропером на второй раз. Вода не грязная, не торопитесь ее выливать. Этой водой вы можете помыть второе окно или помыть пол. Также вода с пропером хорошо очищает светильники.